Как выглядит человек, родившийся 25 октября 1960 года? Ну, как вам сказать, это самый красивый, самый лучший мужчина на планете Земля, а может даже во Вселенной. Мужчина средних лет. Вот, очень интеллигентный. Веселый, жизнерадостный. Всегда в форме. Энергичный, с чувством юмора. Умный, разумный во многих вопросах. Человек. Ну, человек... Улыбающийся, веселый, жизнерадостный. Очаровательный, обаятельный. Оптимистичный. Живчик. Общим словом. В нем присутствует очень большое чувство юмора. Совершенно очень остроумный, энергетичный. Позитивный человек. Ну, как мужчина, можно только комплименты. Я думаю, что все остальные сделают женщины. С очень красивой семьей. Великолепный. Никогда не создавал никаких проблем. Великодушный. В воспитании во всем. Всегда как-то нормально у нас было. Умопомрачительный. Добрый, заботливый, зажигательный. Он чуть-чуть высокий. Иногда доставучий, но очень любимый. Ну, короче, лучший. Давайте дальше. Как его зовут? Как его зовут? Я не знаю. Не знаю, просто не знаю. Не знаю, тяжело предугадать. Ну, это я не знаю. Это не ко мне. Не знаю. Не знаю, мы не так близко знакомы. Да, это как бы вопрос немножко так не подготовленный. Даже не знаю. Забыл. Думаю. Сейчас так сразу не вспомню. Это нужно спросить у жены. Невоспроизводимо. Можно без комментариев? И папа назвал. Какой подарок вы приготовили ему на юбилей? Ну, во-первых, ружье, зубчатый. Конечно, кроссворды, конечно же, пятницу и, конечно, презервативы. Женщину и еще раз женщину. Нет, водку нет, я просто не пью. Он может, а я нет. Караоке, потому что Вова хорошо поет. Воду питьевую. Зонтик, подстилку и ноутбук. Да, палатку, матрас. Плеер. Карты. Деньги. Телевизор, стрелка НТВ, футбол. Что-нибудь из развлечения. Компьютер. Компьютер? Игры. И полезное что-нибудь. Спички, я не знаю. Соленые огурчики. Ну, дочку и сына. А еще собаку с котом и попугаем. И своего кота, он его очень любит, да. Эгбы, бабибиба и помогина. Что говорит Володя, когда встает в 6 утра на работу? Хорошо я выгляжу. God damn it. Мама, ну что тебе нужно? Измучен нарзаном. Я тебе все сделаю, все дам. Какой чудесный день. У нас все хорошо, всегда. Вообще он часто говорит, наливай и пей. Все будет хорошо. Послушай. Пойдем шпилить. А что мы сегодня будем делать? Ты кто? Я твоя дочь. О, господи, уйди отсюда. Ну, это было когда-то такое. Он говорит, что он кусает. Скажите, как часто он занимается любовью? Как часто? Ну, раз и два в неделю. Ну, вы знаете, может быть, не так часто, но с удовольствием. Я думаю, достаточно часто. Он вообще энерджайзер, мне кажется. Он вообще не отдыхает. Я думаю, что он с утра встает, начинает заниматься. Да, и не успевает остановиться, иногда ложится спать, но это редкий перерыв. Вот, насколько часто я не скажу, ну раз в неделю пусть будет точно. Ну, я так подозреваю, что, наверное, не очень часто. Много. Круглосуточно. Случай к случаю. Насколько я знаю, сейчас реже, там была травма колена. Сейчас он два раза в неделю. Ну, опять же, все зависит от места, от его настроения. Ну, я с ним не живу, но я думаю, немного. Ой, много. Часов 6. Зависит от ситуации. От рабочей обстановки. Вот, и думаю, что занимается им регулярно. И в основном с женой. Ну, часов 6-7. От 3 до 12. Он занимается
утром и ночью. Где будет праздновать свой 100-й юбилей Володя? Я думаю, что может на каком-то необитаемом острове. Ну, я думаю, наверное, в Африке. Может, в Новой Зеландии. Ну, пускай будет в Австралии. Я бы ему рекомендовал бы. Это страны, например, Карибского бассейна, те же самые островные, там, непонятные, красивые, экваториальные, типа, места. Я думаю, на экваторе. Во всех точках земного шара, где он еще не был. Ну, наверное, Байкал. За границей, в дальних странах. Ну, наверное, в космосе. Вот, на Луне, наверное. Ну, я думаю, что ему нравится Америка. В Америке. В Верховной Раде. Дома! С какой улыбкой он приходит к вам в гости? По-разному. Смеется. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Саша. Вот так. В каком возрасте Володя заработал свой первый миллион? После 30. 30 лет. Ну, от силы, может, 35. А, ну пусть будет в 23. Даже в 16. Леночке сейчас лет 19. Ну, посчитать не тяжело. Почти 30. 32, 33. 23 года. Довольно-таки, как бы, не в серьезном возрасте. 45, да, точно. Что бы вы пожелали ему прямо сейчас? Дорогой друг, я поздравляю тебя с твоим юбилеем. Вовочка, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Я тебя поздравляю от всей души с днем рождения. Вова, ты был лучшим и остаешься самым лучшим другом. Вовочка, я тебе желала и всегда желаю, чтобы все, кого ты любишь, твои родители, твои дети, твоя супруга, твои друзья всегда были вместе с тобой. Друзей у тебя очень много, и я надеюсь, мы имеем честь принадлежать к их числу. Вальдемарчик, ну с днем рождения тебя, чтобы ты рос здоровый, сильный, красивый, радовал свою семью, Валюшку, берег и деток своих воспитывал правильно. Дай Бог, чтобы в дальнейшем твоя жизнь складывалась еще лучше, чем она складывалась. Мы желаем, чтобы твои года не смущали своим количеством, а ты их радовал своим качеством. Мы тебя любим, целуем. Ну, до встречи. Вот. И самое главное, чтобы в твоей, я уверен, долгой жизни встречались только настоящие и порядочные, и тебя окружали настоящие и порядочные друзья. На самом деле, Володя очень любил. Не первый день рождения, круглая дата. Юбилей. Да. Говорят, что нужно жить до 120 лет. Поэтому я думаю, что нужно дожить дольше. 120 лет будем отмечать вместе. Ну и пусть все твои желания сходят с ума от твоих возможностей. Папочка, я тебя люблю. Я тебя поздравляю с твоим днем рождения. Желаю тебе, чтобы твои дети, то есть я и Александрушка, не действовали тебе нервы и оправдали все твои надежды. Я не готовился просто сейчас к данному мероприятию. И последнее. Спойте песню ему в подарок. Так, все, на этой мажорной ноте мы прощаемся. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а на крыше стоит пулемет. Непонятно прохожим в этот день непогожий. Почему ты, как там дальше, веселый? Я веселый такой. Я играю на гармошке, хотя я не умею играть. У прохожих на виду. К сожалению, день рождения. Только раз, да. А я не хочу петь. Happy birthday to you.